Это правонарушение помогли раскрыть рязанцы. Жители дома на улице Почтовой обратились в полицию. Говорят, что в один из домов к ним зачастили молодые люди. Притом поведение у них необычное, молчаливое и сдержанное. А когда выходят, то шумят, много разговаривают и не твердо стоят на ногах. В полиции информацию приняли к сведению. А оперативники уголовного розыска, которые специализируются на пресечении незаконного оборота наркотиков, решили, что своим поведением эти необычные посетители похожи на тех, кто употребляет незаконные вещества. Рядом с подозрительным подъездом организовали пункт скрытого наблюдения. Полицейские выяснили, что гости со странным поведением приходят в квартиру, где проживает 32-летний рязанец. И, возможно, эти люди собираются для совместного употребления наркотиков. С целью проверки данной информации сотрудники полиции нанесли рязанцу неожиданный визит и провели обследование жилища. Полицейские нашли в квартире предметы, которые используются для употребления наркотиков. Их изъяли и передали экспертам. На всех предметах обнаружены следы наркотических средств синтетического происхождения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящий момент 32-летний рязанец задержан. Валерий Седов, телекомпания «Город».